решением Волгоградской областной, тогда еще не Дума была, а, наверное, Совет был народных депутатов, да, вот, было передано в лоно Волгоградской епархии 4 монастыря. Спасо-Преображенский, Смирницкий монастырь, Дубовский, Вознесенский монастырь, Кременско-Вознесенский монастырь и Каменно-Вроцкий Свято-Троицкий монастырь. Тогда, я думаю, это событие и начиналось. Владыка Германом здесь послано было несколько молодых людей, именно, вот, наверное, вашего возраста такого, у которых не было ни жизненного опыта, ни опыта житейского такого, именно практического опыта не было. Но вот они прибыли сюда и начали восстанавливать этот монастырь. Трудно было, трудно. Хотя монастырь был женский, но тогда владыка Герман, архиепископ Волгоградский Камышлинский, решил, что именно монастырь должен быть мужским. Что они смогли сделали? Им надо сказать большое спасибо, что они смогли именно сохранить этот храм, который стоит сейчас, да, ибо они покрыли крышу, сделали полы, потому что, когда я помню сам, когда приезжал сюда, удивлялся, думаю, Господи, когда же мы сможем вот так пройти по храму, потому что там была огромная дыра, мы сейчас, вы даже и не представляете, что там было. Ну вот так вот Господь рядил, что через какое-то время, практически через 12 лет, я думаю, так, да, потихонечку этот храм Казанской иконы Божией Матери был восстановлен. Этот храм строилась игумена Арсения, сама Серебрякова. Вот, нижний храм был назван в честь ее покровителя духовного, преподобного Арсения Великого. А верхний храм, где мы сегодня совершали божественное всеночное бдение, был назван в честь Казанской иконы Божией Матери. Вот. Конечно, годы вот такого безбожия, они как-то прокатились так катком по монастырю. Трудно здесь было. Мы знаем также, что во время Великой Отечественной войны была делегация с просьбой именно к советскому правительству, чтобы монастырь был открыт, но советское правительство не согласилось. Открыли только храм в самом городе Серафимовиче, здесь монастырь, ну, не открыли. Хотя сестры монастыря жили здесь, при храме, составляли общину этого храма, Воскресенского храма. Вот. Ну вот и последние сестры, они уже скончались в конце 80-х годов, вот, и в начале 90-х. Слава Богу, что некоторое время назад, 2 года назад, мы смогли перенести останки сестер с кладбища с города Серафимовича сюда, в монастырь. То есть сестры вернулись, я так считаю, к себе обратно домой, в монастырь. Это, конечно, для монастыря очень такое отрадное событие. И сегодняшнее, наверное, событие, оно вот как раз и, наверное, является неким итогом таким вот нашей жизни. 25-летие Волгоградской митрополии в этом году исполнилось, 25 лет Волгоградской митрополии, 25 лет нашему духовному образованию. 24 ноября 1991 года как раз и открылось духовное училище, Волгоградское духовное училище. Вот. То есть этот год он особенно такой, символичный. И очень отрадно, что в этом году началось восстановление храма, соборного храма Александра Невского, вот, святого благоверного князя Александра Невского в городе Волгограде. И, конечно, итогом, я думаю, вот то, что вот мы сегодня с вами присутствуем при таком, наверное, очень важном эпохальном событии. Это именно прославление в лике местно чтимых святых игумени Арсения. Это, я думаю, наверное, таким является, конечно, неким итогом вот это 25-летие нашей вот именно митрополии. И, конечно, в этом огромная заслуга это митрополит Волгоградского и Камышлинского Германа, который будет завтра возглавлять божественную литургию. Ибо его трудами это все здесь и делалось, и восстанавливалось. И владыка благословил именно более такую подготовленную сестринскую общину во главе с монахиней Георгией, тогда монахиней Георгией Боровик, сейчас она игуменя, да, именно восстанавливать этот монастырь. И что мы видим итогом? Мы видим, как монастырь вот выглядит сейчас, да,
Это огромная, конечно, для нас радость сегодняшнее событие. Спасибо. Мы очень давно ездим в монастырь, и вот у нас такой великий праздник. Мы приехали разделить эту радость и прославить мачку игумени Арсения. Конечно, перед праздником, именно вот перед самим в праздник, да, такие чувства вначале довольно тихие такие, какие-то вот благодать такая вот, она еще пока что предпраздничная. И, конечно, сейчас прям ликование такое души происходит, то есть чувствуется вот такой дух, вот именно прославление, то, что это такой великий единичный праздник, да, такое бывает раз там, во сколько лет, да, впервые мы бываем, и вот именно что вот первый раз, это вот очень сильное ликование, благодать большая, очень большая, великая радость. Конечно, и в каких-то вот, когда еще маточка не была прославлена, вот, и каких-то бытовых вопросах, и в каких-то вот таких каких-то терзаниях мы обращались к ней за помощью и получали помощь. Вот. И да. Я учусь в медицинском университете сейчас, и какие-то возникают проблемы, бывают в университете. И я обращаюсь к матушке Арсении, и у меня приходит вот помощь, то есть у меня нормализуется там что-то в учебе, лучше получается делать там пары, да, готовиться к парам. И во всех вопросах, не только что касается учебы, это у меня лично вот в моей жизни, у сестры произошло вот случай исцеления, она серьезно болела, и мы приехали сюда, и она приложилась к камушку, и после этого у нее пошло, она пошла на поправку, и сразу узнали диагноз, и назначили правильное лечение. После этого она выздоровела, спустя там она болела очень долго, то есть после этого сразу же она выздоровела, слава Богу. Нужно бояться, что если душа идет к Богу, что если что-то хочется спросить, попробовать, то ни в коем случае этого не стоит бояться, этого ничего страшного не будет. И когда ты первый раз молишься, первый раз что-то просишь у Господа или у святых, то ты понимаешь, что это действительно работает, что все получается. И тогда такая великая благодарность остается на душе. И ты живешь в радости и в благополучии с Господом, и уже самому хочется и ходить в храм, и посещать богослужения, и все складывается по-другому в жизни. Я вот хотела еще сказать, что открывается, вот когда в православие приходишь, то открывается новый мир вообще, который несравним с тем, что было до православия. Вообще просто неописуемый такой мир, вот как будто ты где-то на другой планете. То есть и вот службы, это очень красивые службы, когда вот живешь вот этим, то входишь в это, в этот процесс, и потом оттуда на всю жизнь. Мы очень счастливы и благодарны Богу за то, что все так складывается, и мы очень рады, что в нашей жизни есть монастырь, матушка игумени Арсения, и вот, да, мы только благодарности. Да, это просто очень большая радость, я каждый день благодарю Господа вот за то, что вот у меня вот лично в жизни появилась и вот такая святая, и за то, что вот такие заступники, сильные заступники, к которым нужно обращаться каждый день, и действительно вот приходит помощь. По их молитвам.
раньше месяц назад в резиденциях поехал в Москве, председатель знаменитейших мэра Московской области и всей России Кирилла, состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Журнал номер 93. Слушали граждан, преосвященнейшего епископа Троицкого и Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, относительно поступившего ходатайства архиерейского совета Волгоградской митрополии по канонизации великих местных чтимых святых игумени Арсения Цивлякова. Народное почитание игумени Арсения началось сразу после его чина. Уже через несколько лет начались издания писем, которые продолжаются по сей день. Множество паломников посещают Усть-Небельскую обитель. Многие педагоги обращаются к жизни и к учению игумени Арсения в поисках примеров для воспитания детей и юношества. Сестры обители свидетельствуют о помощи игумени Арсения в их послушании и молитве. Собрано около 150 рассказов паломников о благодатной помощи игумени Арсения. И приходная комиссия исследовала случаи исцеления от болезни, которые произошли после молитвы на крещении. Наиболее часто встречается свидетельство о исцелении женщин от бесплодия. Описано 65 случаев исцеления, ряд из которых признаны врачами невозможными при помощи современных средств медицины. Постановили причислить к лику святых для местного почитания Волгоградской митрополии игумени Арсения Цивлякова. Второе. Память преподобной Арсении игумени Усть-Медведицкой совершать 21 июля по старому стилю и 3 августа по новому стилю день ее представления по Господу. Третье. Честные остатки преподобной Арсении в случае их обретения считать святыми мощами и воздать им достойное почитание. Четвертое. Писать новопрославленную святую икону для поклонения согласно определению седьмого Вселенского собора. Житие преподобной матери нашей Арсении игумени Усть-Медведицкой. Анна Цивлякова родилась 3 июля 1833 года в семье помещика Михаила Васильевича Цивлякова в его имении в Слободе Серова Усть-Медведицкого округа. Она получила прекрасное домашнее образование, была красива, умна, искусно вышивала и рисовала, писала красками и пером. Анна с юности решила посвятить свою жизнь Богу, будучи 17-летней девушкой. Она избрала для себя путь монашества и пришла в Усть-Медведицкую, Спасо-Преображенскую обитель. Через 4 года послушница Анна была пострижена пресвятым с именем Арсении, а еще через 5 лет – матерью. Несмотря на молодые годы, монахиня Арсения выполняла ответственное послушание для значения монастыря. На 31-м году ее жизни архиепископ Донской Черкасский Иоанн посвятил ее в сан игумени. За время управления игумени Арсении Усть-Медведицкий монастырь преобразился. В 1867 году было основано 4-классное училище для девочек, при котором была открыта школа живописи и собрана библиотека. Все донские архипастыри глубоко уважали игумени Арсению и искали ее совета. В 1871 по 85 годам в помещении игумени Арсения в монастыре был построен храм во имя Казанской иконы Божией Матери. Преподобная Арсения вела подвижнический образ жизни, много времени проводила в молитве и носила на теле вериги.
после ее смерти они вместе с другими вещами матушки были помещены в лестнице. Вскоре с помощницами ее был заложен пещерный комплекс по образцу Ивы Печерской лавры. В этих пещерах Игумене хотела принять скину, заключиться в затвор, но ни один из архипастрей Дона не отпустил преподобную Арсению на покой, находя ее управление обителью образцовым. До нашего времени дошла главная святыня этих пещер Кани, которая сохранила отпечатки коленей и ладони подвижницы. Матушка Арсения вела активную переписку с духовной семьей святителя Игнатия Венчанинова. Она писала не о собственном монастыре, где она делилась своим богатым духовным опытом. Поучение преподобной Арсении содержится в книге «Путь немечтательного делания», изданной в 1999 году. Летом 1905 года игумения Арсения совершала паломничество к мощам недавно прославленного преподобного Серафима Саровского в Саврове на Богоборье 21 июля 1905 года. В 11 часу ночи на 73-м году жизни игумения Арсения скончалась. Ее тело было доставлено в родной монастырь и погребено в склепе, в нижнем храме преподобной Арсении. Народное почитание имени Арсении началось после ее кончины. Уже через несколько лет начались издания ее писем, которые продолжаются и по сей день. Пусть Медведицкий монастырь пережил гражданскую войну и первые послереволюционные годы и был закрыт только в 1929 году. Восстановление монастыря началось в 1991 году по благословению высокопреосвященнейшего митрополита Германа. Начался сбор документов о жизни игумени Арсении. Матушке Арсении посвящены многочисленные публикации в средствах массовой информации. Многие педагоги обращаются к жизни и поучению матушки Арсении в поисках примеров для воспитания детей и юношества. Школьники пишут сочинения, доклады о ее жизни. Дни ее памяти, день кончины 3 августа и день ангела 21 мая собирают множество паломников. Господь прославил свою угодницу обильными чудотворениями. Епархиальная комиссия под председательством преосвященнейшего епископа Елисея исследовала 142 свидетельства, собранных за десятилетний срок. Больше всего сообщений, 65, поступило о благополучном даровании детей и женщинам, страдающим бесплодием. Жительница города Суровикино Волгоградской области Татьяна исцелилась от крупной кисты на носу, оказавшись после операции, приехав помолиться в монастырь. Родители Софии из Московской области, страдавшие тяжелым остеомиелитом, несколько раз привозили ее водитель. Девочка полностью выздоровела, хотя при обычном лечении должна была остаться хромой. Другая девочка из поселка Коронище Волгоградской области Полина без операции исцелилась от порока сердца. За нее в монастыре молились мама и бабушка. Также от серьезного порока сердца был исцелен подросток Алексей из города Серафимовича. Одна из послушниц монастыря получила исцеление от тяжких последствий неудачно произведенной грехи. Это только небольшая часть чудес, проистекающих по воле Божией преобращение верующих преподобной Арсении. И я же молитвами, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Yeah.
Я говорю,